Backmaster G600 – пневмопистолет для лакокрасочных работ, который обеспечит плотное напыление. Устройство поставляется в фирменной картонной коробке белого цвета, на которой указаны основные характеристики. В комплекте прилагается пневмопистолет, бак для краски и пользовательская инструкция. Краскораспылитель FUBEC Master G600 относится к типу ручных пневматических пистолетов и предназначен для локальной покраски царапин на кузове автомобиля, предметов мебели и фасадов домов. Инструмент сделан качественно. На нижнюю часть рукояти вынесено быстросъемное крепление для подключения шланга от компрессора и краник для настройки силы подачи воздуха от компрессора. На торце разместился регулятор количества подаваемой краски, а сбоку вынесен регулятор формы распыления. Бачок для краски рассчитан на 600 мл краски. Выполнен он из прочного полупрозрачного пластика. На крышке бака предусмотрено отверстие для поступления воздуха. Сбоку нанесена мерная шкала, которая позволяет контролировать объем лакокрасочного материала. Для крепления бака к пистолету используется надежное резьбовое соединение. Обратите внимание, что краскораспылитель предназначен для работы с сухим и чистым воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу, в воздушной линии рекомендуется использовать фильтр. При этом давление в воздухопроводе должно придерживаться диапазона от 3 до 4,5 бар. Что в итоге? FUBEC Master G600 – компактный и удобный распылитель, который подойдет для локальных лакокрасочных работ и найдет свое применение в любом гараже и автомастерской. We'll be right back.